Коллеги уже сказали об информационной безопасности, о юридической составляющей проблемы, но я хочу обратить внимание всех присутствующих на очень важный факт, такой как биологическая безопасность. То, что сегодня происходит на Палестине, это недопустимо со всех точек зрения, но, как сказал уважаемый его превосходительство посол Ирана, что на территории Палестины были убиты десятки тысяч людей, тысячи детей, в том числе с использованием конвенционного оружия, фосфорных бомб. Я хотел бы напомнить, что война в Арцахе в 2020 году, то же самое конвенционное оружие использовалось многократно. Причем это я говорю не понаслышке, это я видел сам, это я чувствовал на своей коже. Эта проблема была отложена в сторону. В регионе все об этом молчали. Теперь, возвращаясь к ближневосточному конфликту, я хотел бы обратить внимание на двойные стандарты в области биологической безопасности. Соединенные Штаты Америки со своими союзниками по НАТО в настоящее время разрабатывают в десятках лабораторий компоненты, которые могут быть отнесены по конвенции о запрещении биологического оружия, могут быть отнесены к конвенционному запрещенному оружию. Это при том, что и Соединенные Штаты, и их союзники по НАТО являются участниками конвенции. Теперь я хочу обратить внимание на следующее. Израиль является одной из, можно сказать, на пальцах одной руки хватит сосчитать эти страны. Израиль является той страной, которая не присоединилась к этой конвенции и не собирается присоединяться к этой конвенции. А это означает, что Израиль оставляет за собой право использовать оружие массового поражения как на территории Палестины, так и в других местах, в частности, против своих геополитических соперников в регионе. У нас на территории Соединенные Штаты Америки ведут эту программу. И не исключено, ту же программу ведут на территории Азербайджана. Программу по снижению биологических угроз. И не исключено, что эта программа может в какой-то момент X быть использована также против Ирана. Сегодня Соединенные Штаты Америки со своими союзниками по НАТО очень строго относится ко всем, кто ведет биологические исследования, медико-биологические исследования, мотивируя это тем, что они следят за соблюдением конвенции. В то время как Соединенные Штаты в одностороннем порядке с 2001 года блокируют протокол конвенции по запрещению биологического оружия, чтобы не было возможности проверить их деятельность. В то же время, никакой инспекторской деятельности на территории Израиля не проводилось. В Израиле есть в настоящее время уникальный, единственный в мире институт биологических исследований Незиона. В высшей степени засекреченный объект, где работают с особо опасными патогенами, с особо опасными возбудителями особо опасных болезней. И это один из ярчайших примеров двойных стандартов, которые применяются в настоящее время на территории постсоветского пространства. Вы все уже видели, что произошло, к чему привело использование нарушение конвенции на территории Украины. Это привело к вооруженному конфликту между братскими народами. И я сейчас хотел бы обратить внимание и коллег из Ирана, и коллег из Белоруссии, в частности всех коллег из стран-участников ОДКБ, что в настоящее время в этом регионе ведутся эти работы. Работы в обход положений Конвенции о запрещении биологического оружия от 1972 года. Буквально недавно, 2-3 дня назад, Российскую Федерацию не избрали в Совет ОЗХО по защите от химического и биологического оружия массового поражения. Заблокировали, протащили опять Литву, Польшу, Латвию и так далее. В первый раз за столько лет со дня основания ООН, Россия не в этой комиссии. А это значит, что любое использование оружия массового поражения будет приветствоваться со стороны США и их союзников по НАТО. Спасибо.